ассоциирую себя с клоуном, который бежит из дома престарелых. Он умирает, смеясь. Я бы тоже это выбрал. Хороший конец умереть от смеха, глядя на клоунов в цирке. Клоуны – вестники моего призвания. Разве кино, я имею в виду работу над фильмом, не похоже на жизнь цирка? Надрывающая душу музыка и эта атмосфера игры и казни, праздника и бойни, изящества и безумия. С первого знакомства, с первого циркового представления, сидя на коленях у отца, я был потрясен. Это принадлежало мне всегда и в то же время было моим будущим, моей работой, моей жизнью. Это было предсказание, пророчество, благовещение Федерико. Когда его фильм «Дорога» был номинирован на «Оскар», и Феллини с Джульеттой Мазиной отправились в Лос-Анджелес, на улицах Джульетту узнавали и совершенно искренне спрашивали, правда ли, что режиссер нашел ее в цирке? Когда я говорю «клоун», я прежде всего имею в виду рыжего. Ведь существует два вида клоунов – белый клоун и рыжий. Белый – это само изящество, грация, гармония, трезвость мысли, олицетворение мамы, папы, учителя, художника. Белый всегда воспитывает рыжего, насмехается над ним и еще всегда эксплуатирует его. Дзампано приехал. Приехал Дзампано. Иди сюда. Приехал Дзампано. Рыжего можно сравнить с ребенком. Его ведет инстинкт, свобода инстинкта. Я когда-нибудь возьму спички и все сожгу. Матрас, одеяло, все. Пускай знает. Он восстает, бунтует, подстрекает к вечному протесту. И все равно все сожгу, все сожгу. Джульетта тоже бунтовала. Ей не нравились костюмы, которые Федерико выбрал для ее героини. Не нравилась прическа. Но он как нарочно подчеркивал все, чего она стеснялась. «Я лилипутка. У меня круглое лицо и непослушные волосы. Я надеялась, что Федерико снимет меня так, что у меня будет лицо Греты Гарбо или Кэтрин Хепберн. А в результате мое лицо выглядит еще более круглым, и я кажусь меньше, чем я есть». Какая ты все-таки смешная. Может, ты и не женщина вовсе? На артишок похожа. Когда Феллини спрашивали, как возникла идея фильма «Дорога», он отвечал, что все началось именно с Джульетты. У нее необыкновенный дар очень непосредственно выражать удивление, исступленное веселье, смятение чувств и комическую серьезность. Все, что так свойственно клоуну. Вот-вот, Джульетта – актриса-клоун. Здесь нет ничего уничижительного. Клоунский дар – признак высочайшего артистизма. После «Дороги» Джульетту стали называть «Чаплин в юбке». Она смущалась, чувствовала себя неловко. Успокоилась, когда в одном из интервью великий комик назвал Джульетту Мазину своей любимой актрисой. За Джульетту Феллини пришлось бороться. Продюсеры не соглашались финансировать фильм, если в главной роли будет сниматься она. 2 года изматывающих переговоров Феллини не отступил. Я влюбился в эту девочку-старушку. Немножко сумасшедшую, немножко святую. В этого взъерошенного, смешного, неуклюжего и такого нежного клоуна, которого я назвал Джульсамино. Джульсамино влюбились все. «Боже мой, я не погубила Федерико. Мы справились», – мысленно повторяла Джульетта Мазина, когда в переполненном лондонском кинотеатре ей устроили овацию.
А потом они вместе с Федерико отправились за океан получать его первый Оскар. Церемония вручения Оскара очаровала Феллини своей карикатурностью. Лимузины, похожие на катафалки, дефиле кинозвезд в сверкающих туалетах. «Это пародия на страшный суд», — веселился он. «Тот, кто, как я, принимает мифологию кино, не может отказаться от такого приза, как Оскар. Кино — это ведь карнавал, манеж, шутовская игра». «Приходите потом, будут еще сеансы». Америка и кино для Феллини были зарифмованы с детства. Голливудские картины в Италии 30-х годов просто не имели конкуренции. Особенно ему нравились те, что про журналистов. Мне нравились их пальто, их манера носить шляпу, слегка сдвинув ее на затылок. Он и сам решил стать журналистом. Именно так, благодаря кино. Заметки Феллини для газет были полны невероятных подробностей. Он домысливал поступки героев, причины преступлений и мотивы самоубийств. Редакторы безжалостно все вычеркивали. В конце концов, один из них посоветовал Феллини попробовать себя в качестве сценариста. И это был тот самый поворот, который привел Федерико к Джульетте. Она исполняла главную роль в радиопостановке по его пьесе. Отличный повод для знакомства. Он позвонил. Джульетта пришла на встречу. Совсем не похожа на тех женщин, что его волновали. Худенькая, маленького роста. Но что-то заставило Федерико позвонить ей вновь. Она была невинной, доверчивой, нежной, очень хорошей. И смотрела на меня снизу вверх. До этого никто не зависел от меня так сильно. Я влюбился в собственное отражение в ее глазах. Конечно, она мечтала выйти замуж в Санта-Мария-Маджоре. Но шел 43-й год, Федерико скрывался от призыва. Поэтому венчались не в церкви, а в квартире священника, который жил по соседству. «Когда я вспоминаю нашу свадьбу, мне кажется, что это кадр из фильма «Федерико», — смеялась Мазина. С кино все закрутилось после войны. Но даже поработав ассистентом у Роберто Росселлини, он не думал, что годится в режиссера. «У меня не было склонности к тираническому подавлению чужой воли, не было настойчивости, педантизма, привычки трудиться до седьмого пота и многого другого, а главное – властности». Самостоятельную постановку Феллини предложили в 52-м. Первый съемочный день он не снял ни сцены, ничего. Мне, бывшему помощнику режиссера, бывшему сорежиссеру, который кинокамеры и не нюхал, хотелось одного – бежать, забыть. Я не помнил сюжета фильма, вообще ничего не помнил. Члены съемочной группы косились на меня с гневом и презрением. Помог скандал, точнее, истерический припадок самодурства. Феллини так орал на директора картины, что почувствовал в себе, наконец, режиссера-деспота. Если я на минутку воображу клоуном себя самого. Пожалуй, я рыжий, но и белый клоун тоже. А может, я вообще директор цирка? Психиатр, сам ставший психом. Дебютный фильм назывался «Белый шейх». В нем нашлась маленькая роль и для Джульетты. Смотрите, вот она. Он что, плачет? Пойдем отсюда, Кабирия. Иди сюда. Так иди родился сюда. Этот персонаж. Кабирия. Ее имя пришло на ум Федерико Феллини в момент съемки. Пока, Кабирия, до завтра! С тех пор я часто о ней думал. А чтобы она вела себя смирно, обещал сделать о ней целый фильм. Эй, красотки! Вы знаете, с кем я? И снова Джульетта сопротивлялась. Я начинала высказывать свое мнение, но он не давал мне договорить. Он прерывал меня, доводил ситуацию до полной невозможности общения. Мне не оставалось ничего иного, как писать ему длинные письма, где я делилась своими сомнениями и отваживалась на робкие советы.
Снова Джульетте пришлось мириться с уродливыми костюмами. Одежду для Кабирии покупали на блошинном рынке. Он заставил меня надеть коротенькие носочки, чтобы я казалась еще меньше ростом, и туфли почти без каблука. В довершение всего это пелерина из куриных перьев. Я возмущалась, возмущалась до слез. Но ничего нельзя было поделать. Как актриса, она бы хотела быть полной противоположностью персонажам, которые воплотила в моих фильмах. Феллини все понимал. Но клоун не может выглядеть как Кэтрин Хепберн. Клоун не женщина, у него нет пола. Джульетта была счастлива, что я выбрал ее на главную роль. Но она капризничала, словно чувствовала, что породила на свет нечто мрачное и загадочное. Нечто такое, что ей присуще, и чего она не хотела в себе обнаружить. Фильм «Ночи Кабирии» принес Феллини второго Оскара и первые проблемы с Ватиканом. По настоянию церкви пришлось вырезать из фильма целый эпизод. Для кардиналов художник всегда остается подростком, которому нужно указывать путь. По-другому не бывает. Белый воспитывает рыжего. Помолимся за спасение души Федерико Феллини, великого грешника. Имя в черной рамке. Признаться, я пережил шок, когда увидел это на дверях церкви. Как будто я уже умер. Это был удар ниже пояса. Великим грешником он стал после выхода фильма «Сладкая жизнь». «Омерзительная жизнь» уточнялась в газете «Осерваторе Романо», официальном печатном органе Ватикана. Фильм был запрещен для католиков под страхом отлучения от церкви. Итальянцы негодовали. Это что, Рим? Это Содом и Гоморра. Ленту предлагали сжечь, а режиссера лишить гражданства. Я не ожидал, что так много людей сочтет мой фильм порочным. Моя мать, очень набожная женщина, буквально заболела с горя. Но у меня не было намерений шокировать зрителей. Я просто правдиво рассказывал о своих героях. Они такие же живые, как люди вокруг нас. Сильвия. Сильвия. Идите сюда. Сильвия, конечно, другое дело. Она создание необыкновенное. Как жираф, слон, баобаб. Когда ты смотришь и не веришь собственным глазам. Смотрите, смотрите. Боже мой, сделай так, чтобы я никогда ее не встретил. Первое, что подумал Феллини, когда увидел фотографию Аниты Экберг в каком-то журнале. Когда они все-таки познакомились, он готов был поспорить, что Экберг еще и фосфорицирует. Мне казалось, что передо мной раскрываются идеи Платона о вещах, стихиях природы. В полнейшем обалдении я бормотал. Ах, вот это ушные раковины, это десны, а кожа у человека значит такая. Я не буду с вами спать. Отрезвила его Анита голосом простуженной девочки. Ну что ж, тем лучше. Если вам нужно снять эротические сцены, лучше всего быть в возбужденно-неудовлетворенном состоянии. Тогда вы наполните героев собственным желанием, собственной неудовлетворенностью. И это увеличит сексуальную мощь их желаний, которые они так страстно хотят удовлетворить. При слове «секс» Феллини испытывал едва ли не эйфорию, как подросток. Смущение собеседника он как будто не замечал. Разве что однажды, когда показывал американской журналистке свои рисунки. О, да вы краснеете. Давайте закончим интервью. На его рисунках сам он неизменно хилый
и всегда почти раздавлен исполинскими формами чувственных красавиц. Пропащий человек, жертва собственного либидо. «Я тебе рассказывал про Сарагину», – воодушевлялся Феллини всякий раз, когда его спрашивали, откуда взялись все эти великанши. Сарагина – его открытие женщины, проститутка с пляжа в Римени. Впечатление детства. Огромное, в то же время обольстительное. Вот такой видит женщину-подросток, алчущий настоящей жизни и секса, итальянский подросток, задерганный священниками, церковью, семьей и неправильным воспитанием. Разве ты не знал, что Сарагина – дьявол? Дьявол? О, нет. Всего лишь узелок в той путанице, что обычно изводит интеллектуалы средних лет. Страхи, комплексы, чувство вины. Все, от чего ужасно хочется освободиться. Придумать бы как. Из заметок Федерико Феллини к сценарию фильма «8,5». Ситуации, в которые попадает наш персонаж, порой очень тяготят его, но выхода он не видит. У него есть жена, есть любовница и бесконечное множество связей, в которых он бьется, как муха в паутине. Сам он человек довольно серьезный, но вместе с тем немножко клоун. Любимый анекдот Феллини – история о том, как Роберто Россилини сбежал от Анны Маньяни к Ингрид Бергман, крадучись в 6 утра под предлогом выгула собак. Дальше в аэропорт и через океан в Америку. «Почему ты не говоришь, что Роберто повел себя как негодяй?» Реплика Джульетты. Пауза. «Я прекрасно понимаю, почему ты не сказала этого». «Почему?» «Потому что ты бы сам так поступил». «Джульетта злится не на меня, а на человеческую природу», – философски заключал Феллини. «Моногамность для мужчины противоестественна. Но разве объяснишь жене, что какую-то часть тебя кто-то просто одолжил на ночь?» Однажды, когда Джульетта очень рассердилась на меня за какой-то очередной проступок, она сказала: «Давай разделим квартиру. Ты будешь жить здесь, а я здесь». И начала чертить план, с тем расчетом, чтобы ни один из нас не мог вступить на территорию другого. Она и правда была в гневе. «Отличная мысль», — сказал я, но быстро прибавил: «для кино». Из заметок Федерико Феллини к сценарию фильма «8,5». Жена – один из важнейших персонажей фильма. Отношения между супругами мучительны, но по-своему очень нежны. «Смотрите сюда. Теперь наденьте очки. И повторите: по-твоему, я не одинока? Но скажите...» Оба считают, что покой можно обрести лишь в бегстве друг от друга. Но стоит им разлучиться, как они тут же начинают ощущать потребность быть вместе. «Думаю, я никогда не смогу тебе изменить. Просто не вынесу этого абсурда, напряжения, скрывать, врать. А тебе это ничего не стоит». Из интервью Джульетты Мазина. «Если я интересовалась, есть ли в его жизни другие женщины, он отвечал мне примерно то, что я хотела услышать. Если я обвиняла его во лжи, он соглашался со мной. Но уверял: ничто из того, что он делает, не может разрушить наши с ним отношения». Ваши фильмы автобиографичны? Как же надоел Феллини этот вопрос. Не воспринимайте все настолько поверхностно. Марчелло Мастрояни – ваш альтер-эго? Марчелло – превосходный актер, которому не нужно что-то долго объяснять. Но Гвидо? Гвидо – да. Отчасти. «Да-да. Послушай, я хотел тебе сказать. В моей гостинице все занято, к тому же там почти все меня знают. Так что я заказал тебе номер в другой. Прекрасная гостиница, там славно». «Как это?» Любовница, оставленная одна в гостинице, такое с Феллини вправду произошло.
Он поехал с ней на море в Римине и неожиданно получил известие о смерти отца. Несколько дней был занят организацией похорон. О женщине, которая ждет его в отеле, забыл совершенно. Когда вспомнил, нашел ее в ярости. Превосходный сюжет для кино. Продюсер Дина де Лорентис в ролях Грегори Пек и Софи Лорен. Вмешалась Джульетта. Не нужно делать этот фильм. Слишком очевидна параллель с автором. Но сюжет не пропал. Вернее, ситуация. Феллини сохранил ее для другого фильма, где одна единственная любовница уж точно ничего не решала. Не оставляй меня одну. Ты знаешь, это опасно, милый. Смотри сюда. Громче, громче, громче. Из заметок Федерико Феллини к сценарию фильма 8,5. В фильме должна быть уйма женщин. Наш герой ослеплен ими. Они нравятся ему все до единой, словно миллиарды разных лиц для него – воплощение единственной женщины. Возможно, этот преследующий его навязчивый образ порождается просто томлением, обидой и гневом, которые вызывают в нем все красивые женщины вообще. И те, что родились до него, и те, что родятся после. Говорят, что итальянские жены другие, что они намного терпимее. Джульетта подбирает слова. Ну как объяснить? Дело не в том, что итальянские жены другие, а в том, что итальянские мужья не такие. Джульетта заслуживает большего, соглашался Феллини. Я ее разочаровал, она меня нет. За все годы, что мы вместе, мне никогда не хотелось не быть ее мужем. А вот она, думаю, много раз раскаивалась, что вышла за меня. По-своему он хотел ей помочь. Освободить женщину, ни много ни мало, вот что он задумал. Вернуть ей подлинную независимость от предрассудков, коллективных норм, всяких табу. Увидев, что я рисую на бумаге кружок, Джульетта затаила дыхание. Ей не нужно особенно вглядываться, чтобы понять, этот кружок – ее лицо. Она сразу вычисляет свой кружок и затихает, зная, что создается роль. Так было положено начало фильму «Джульетта и духи». Этот фильм о Джульетте и для нее. Мне хотелось использовать кино как инструмент, чтобы ухватить некоторые мгновения реальности. Расскажите о самом печальном эпизоде своей жизни. Самый печальный эпизод – смерть сына. Их малыш прожил всего 2 недели. Достаточно долго для того, чтобы мы поверили в его существование. Было слишком больно его потерять. Ни я, ни Федерико с тех пор не думали о детях. Эта тема была закрыта. Но если бездетная пара не распадается, это что тогда означает? Федерико утверждал – да. Не хотел бы показаться смешным, но Джульетта для меня – своего рода Беатрича. А как же та женщина, Анна? Джованни, Джованини, неважно. Феллини скрывал ее от всех много лет. Говорили, она просто копия Аниты Экберг, если такое вообще возможно. И у нее точно был хороший аппетит. Феллини это всегда заводило. Женщина, которая любит поесть, не может не любить секс. Про свой аппетит Анна расскажет сама в многочисленных интервью после смерти маэстро. Он любил меня. Он хотел на мне жениться. Феллини? Жениться? До свидания. Идея брака – ложная идея. Феллини, как никто, любил об этом порассуждать. Сколько раз, работая над своими фильмами, я испытывал потребность показать вырождение супружеских отношений, карикатуру на них. Брак несет в себе слишком много проблем, больше, чем любая связь. Федерико, ты не замерз?
Ботинки не промокли? Кофе не хочешь? Даже на съемочной площадке Джульетта не забывала, что она его жена. Эти мелочи Фили не раздражали. Раздражало другое. Любая ее ошибка перед камерой, и он вне себя. Ни с кем из актеров он так себя не вел. Но Джульетта, она все должна делать хорошо и сразу же. Да что ж такое? Ведь ты родилась в этой истории раньше всех, а до сих пор не можешь слиться с образом, над которым мы работаем. Слиться с образом? Ах да, освободить женщину. От нее уходит муж, и поэтому перед ней открывается масса возможностей. Но ведь это мужская точка зрения. Нельзя навязывать женскому характеру мужские мысли, оценки, идеи. Героиня вовсе не на пути обретения личности. Она на пути полной потери себя. Все это Джульетта говорила только дома. Никогда на съемочной площадке. Фильм не имел большого успеха. Ни у критики, ни в прокате. Если бы я прислушался к мнению Джульетты, Феллини и вправду сожалел. Как вышло, что, рассказывая о женщине, он тянул одеяло на себя. Но Джульетта ни разу не позволила себе занудного «я же говорила». После Джульетты и духов им предстояло пережить неприятности посерьезнее творческих разногласий. Феллини обвинили в уклонении от налогов. Газеты только об этом и писали. Настоящий скандал. Джульетта не хотела выходить на улицу. Но я должен был выходить. Я знал, что выходить надо. Выслушивать глупые шуточки и соболезнования. Прикидываться, что вся эта история затронула меня только с финансовой стороны. Не показывать, как я унижен. Он оценил свой годовой доход в 15 тысяч долларов и внес эту цифру в декларацию. Но римская налоговая полиция обязала Феллини уплатить 200 тысяч. Это был шок. Я даже не знал, кому жаловаться. Нам с Джульеттой пришлось продать квартиру. Они никогда не были по-настоящему богаты, но кто бы в это поверил? Поддерживать статус всемирно известного режиссера – на это ведь нужны приличные деньги. Не будь таких условностей, Феллини легко бы вел жизнь аскета. Но Джульетта не должна думать, что она не может купить себе вещи, которые ей нравятся. Это исключено. Периодически он принимался экономить. До смешного. Решал вдруг, что не будет ездить на такси, только на трамвае. Однажды, когда мы были на мели, мне предстояло пригласить несколько человек на обед. Вопрос, как оплатить счет, оставался открытым. Джульетта достала из кармана конверт с кругленькой суммой и сказала, что это заначка. Прошло немало времени, прежде чем я узнал, что она продала несколько золотых украшений. Свой шанс разбогатеть Фили не упустил, это точно. Еще в период сладкой жизни. Снимая на Виа Венето, он понял, что хочет несколько изменить эту улицу и на время работы получить над ней контроль. Продюсер согласился. Одно условие – Феллини должен отказаться от своих процентов с прибыли. Ладно, по рукам. Повторись все снова, я поступил бы точно так же. Ради фильма. Сладкая жизнь принесла миллионы, но только не ему. Феллини получил золотые часы, утешительный подарок от продюсера и шанс разбогатеть номер два – предложение стать совладельцем кинокомпании. 25% акций. Продюсеры бы душу отдали, согласись Феллини снимать продолжение «Сладкой жизни». Но теперь он и сам оказался перед вопросом. Во что имеет смысл вкладывать деньги? Проект за проектом в корзину. Все не то. Каждый раз, когда я говорил «нет», у меня становилось на одного друга меньше. Ведь друзья-кинорежиссеры не замедлили явиться. Джульетта тоже решила использовать ситуацию. Федерико, давай сделаем фильм о матери Франческо Кабрини. Итальянская святая, покровительница эмигрантов. Джульетта уже видела себя в этой роли. Федерико, ну послушай. Вечер за вечером. Господи, спаси. Долю в кинокомпании Феллини вскоре потерял. Какое облегчение!
Комиссия продюсера не то, что я хочу. Мне нужна только художественная независимость. Сеньор Феллини, зачем вы сняли этот фильм? Что вы хотели сказать? Зачем? Вопрос не из тех, что ему нравились. Когда фильм закончен, я теряю к нему всякий интерес. Поставив клоунов, я разобрался с цирком. После Рима я покончил с Римом. С окончанием съемок «Амаркорда» для меня умерла провинция. Сейчас я хочу поставить фильм о женщинах и таким образом покончу с женской темой. И что ты станешь делать потом? За словом «потом» всегда скрывался его фильм «Мечта» – путешествие Джима Сторна. Замысел, который Феллини так и не воплотил, хотя не терял надежды к нему вернуться. Съемки «Мосторн» он планировал сразу после «Джульетты и духов». Уже построили декорации, сделали пробы, но Феллини тянул с запуском. А в первый съемочный день исчез. Сбежал. На студии шептались, он срисовал героя самого себя и теперь боится. Боится отдать концы. Ведь все, что по сюжету происходит с «Мосторной», происходит после смерти. Помнится, мне стало вдруг так плохо, что я повесил записку на дверь, предупреждая Джульетту: «Не входи». Я подумал, она будет испугана, если найдет меня дома мертвым. Нервный срыв, проблемы с сердцем, несколько недель в больнице. Ну и свинство было бы, если бы я и впрямь отдал концы. Мой творческий путь завершился бы в середине 60-х. В 1993-м Американская киноакадемия удостоила Феллини Оскара за вклад в киноискусство. Отвечая на телефонный звонок из Лос-Анджелеса, он разволновался. Как будто кино прощается со мной. Господи, а что, если продюсеры так это и воспримут? «Не поеду», — решил он. «Пусть статуэтку получит Джульетта. Пусть закажет себе новое платье. Пусть возьмет с собой Мастрояни. Вы должны передумать. Вы обязательно должны поехать. И почему все в этом так уверены? Весь город. Официанты, таксисты, прохожие. Вы должны уговорить его поехать», – теребили Джульетту за светским ужином. Ну, может, он еще и передумает. Она заметила это из чистой вежливости, а он взорвался. «Не поеду», – закричал я Джульетте. Повисла тишина. Все были смущены. Бедняжка Джульетта. Она этого не заслуживала. Я не мог так с ней поступить. Он знал, что Джульетта тяжело больна. Она и сама не понимала, насколько все серьезно. Феллини разговаривал с ее докторами. Рак. Не было причин им не доверять. И он дал себе слово выполнять любые желания Джульетты. Быть участливым, внимательным. И вот накричал на нее при всех. Отчасти, чтобы смягчить эту горечь, я решил все-таки двинуть в Голливуд. «Джульетта, перестань плакать» – его знаменитые слова на церемонии вручения «Оскара». Я сказал это интуитивно. Она была слишком далеко от сцены. Я не мог видеть ее слез. Но я знаю Джульетту лучше, чем самого себя. Этот миг объединил все – и творческое, и личное. Мы были как Джинджер и Фред, которые спустя столько лет вновь кружились в танце в огнях рампы. Фред! «О чем вы жалеете?» – спрашивали Джульетту. О том, что мало снималось у Федерико. Время летело так быстро, а потом все куда-то кануло. Газеты писали, Феллини готовится к новому фильму «Дневник актера». Там будет роль и для Джульетты. Отличный подарок к золотой свадьбе. 50 лет брака. В глазах Джульетты это очень много значит. Но будь моя воля, я бы отметил другую дату. Дату нашей первой встречи. Их первый обед в дорогом ресторане. История, которую Джульетта тысячи раз пересказывала в своих интервью. Как боялась, что Федерико не сможет оплатить счет. И взяла с собой все свои сбережения. Как скромничала с заказом.
и в итоге оставила кавалера голодным. Как была удивлена, когда он достал внушительную пачку лир из кармана брюк. Хотя для мужчины с такими деньгами брюки были коротковаты. Пусть, зато официанту достались немыслимые чаевые. «Буду счастлив снова увидеть твое лицо, когда очнусь после наркоза». Записка Федерико Джульетти. Все лето и осень он провел в больницах. Операция, потом инсульт. Дневник актера придется отложить до лучших времен. А после обязательно найти продюсера для следующего фильма. Мне хочется показать в моем фильме смерть, какой я видел ее столько раз в своих снах. Эта женщина всегда одна и та же, лет 40 с небольшим. На ней платье из красного шелка. Она высока, стройна, невозмутимо спокойна. Она очень умна. Ее ум – главное, что бросается в глаза. Он запечатлен в ее лице. Он светится в ее взгляде. А глаза ее не такие, что так часто видишь вокруг. В них какой-то необыкновенный свет. Она видит все. Смерть, она такая живая. Федерико это бы не понравилось. Он умер 31 октября в 1993, через 8 дней после юбилейной даты, которую они так и не отметили. Чао, амор. Джульетта верила, что сумела скрыть от Федерико свою болезнь, что он ушел, ни о чем не подозревая. Ровно через 5 месяцев, весной, она уйдет вслед за ним. Его Беатриче, его любимый рыжий клоун.